Добрый день, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, еще обзор по Березовскому. Перед вами школа номер 17, которую я когда-то закончил в 1983 году. Сейчас это лицей номер 17, муниципальное бюджетное общественно-образовательное учреждение. Город Березовский находится по улице 8 марта 14. Вот. Вот эта школа вот здесь у нас, вот где заложена, там до сих пор, так я понимаю, находится спортзал, в котором проходили уроки физкультуры. Ну и там за вот этим зданием находится еще 4 этажа школы. Мы сейчас пойдем посмотрим. Там проходили уроки, начиная с 1 класса, заканчивая 10 классом. Сейчас вот подойдем, я сниму. Вот, эту школу я закончил, еще раз повторяю, в 1983 году. Успешно. Вот. Сегодня в Березовском выпал снег. -1 температура. Вчера еще снега не было. Вот здесь когда-то на подиуме стоял танк Т-34. Танка теперь этого нет. Остался только подиум. Вот этот куб. А вот школа, она как бы с другой стороны. То есть такая же она и осталась, как и была. Вот. Вот эти 4 этажа. И вот там, на 2-м этаже, здесь вот где двухэтажная, там раньше учительская была. Учительская. Кабинет директора. И велись уроки физики и биологии. А там дальше вот уроки химии. Вот эта школа такая. Обзор по городу Березовскому. Я это видео пошлю своим одноклассникам, которые живут в разных городах России. В Иркутске, Москве, Питере, Барнауле. Это я проживаю. Омске, Железногорске. И в других городах. Но многие из моих одноклассников остались жить в Березовском, Кемеровской области. Вот такая школа. Тут вот дальше там насаждение есть. Тут мы практику проходили. А здесь вот ворот нет. Здесь было футбольное поле. Вот здесь вот было футбольное поле. Прямо перед школой. Здесь между классами футбол играли. Ну и просто между дворами. Сейчас футбольных ворот нет, но остались вот тренажеры там небольшие, турники, лесенки. То есть вот здесь я учился. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш «Путешествие автомобилей». Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем здоровья, счастья, исполнения всех ваших желаний. Всего вам доброго.